У России тоже не резиновая армия, и не могут там постоянно наращивать группировку. Тем более, что им надо охранять, у них Кавказ надо охранять, у них китайскую границу надо охранять. Мы знаем, что даже вот, допустим, в боевых действиях там под Мариуполем была замечена морская пехота Северного флота Российской Федерации. То есть они выцепляют части, которые еще укомплектованы и боеспособны, и бросают их туда на ротацию. Да. Это говорит о том, что запас прочности не резиновый. Ну да. Он когда-то иссякает. Да, они Крым оккупировали, да, они его сейчас там пытаются отстроить городки, там, ПРТБ, где хранилось ядерное оружие, отремонтировать там. Но я даже обращу внимание, что на такую деталь немаловажную, что Российская Федерация не позволила себе за 2 года перегнать хотя бы один корабль из Новороссийска в Севастополь.